В этом году 32 тысячи школьников области готовятся к 1 сентября. И сегодня приобрести понравившийся пенал, ранец или костюм можно в Центральном универмаге Бреста. Уголок первоклассника, за витриной которого расположились пестрые ластики, карандаши и ручки, радует ярким оформлением и разнообразием. Однако канцелярские принадлежности – это не весь ассортимент школьного снаряжения для учащихся, представленный в ЦУМе. Одежда очень красивая в этом году, поэтому вот мы видим, как дети примеряют, и мы просто ими любуемся. Она вызывает восхищение. Ну, основной поставщик и производитель этой детской одежды для девочек – это закрытое акционерное общество «Калинка», наш белорусский производитель. Одежда для мальчиков представлена также очень широко. Значит, нам их поставляет фирма «Белкреда», город Новогрудок, Равчанка, Баранович и Тавифа, Минская область. В детском мире также набирает обороты расширенная ярмарка продажи школьных товаров. Особое внимание уделяется одежде. Ребятам давно уже не безразлично, в каком виде они предстанут перед придирчивыми взглядами одноклассников. Стильно, модно, креативно. У родителей другие пожелания – удобство, прочность и, так сказать, чтобы костюмчик сидел. И надо сказать, что легкая промышленность Беларуси с успехом реализует пожелания детей и взрослых. Отличный ассортимент, столько много всяких и рубашечек, и костюмов на выбор, и качество ткани, и все очень отличное. Нам очень все понравилось. И мы купили брюки, купили две рубашки. Я думаю, может, еще что-нибудь купим. Для семей многодетных в магазинах «Детский мир» и ЦУМ существует определенная система скидок. Что немаловажно, приобрести школьные принадлежности можно в рассрочку. Вы еще не занимались сборами своего чада в школу? Начинать уже пора. Ассортимент радует своим разнообразием.